Дорогие магаданцы, совсем скоро наступит новый 2020 год. Придет светлый праздник Рождества Христова. Это время радостных встреч с родными и друзьями, тепла и уюта семейного очага. В Магадане уходящий 2019 год стал ярким, запоминающимся и оставил добрый след в истории нашего любимого города. Мы приступили к строительству социально значимых объектов, в том числе школы в Снежном, плавательного бассейна по улице Октябрьской, провели масштабное асфальтирование дорог, выполнили благоустройство дворов и общественных территорий. Летом мы все вместе отметили юбилей Магадана. У нас появились новые арт-объекты, прошли яркие творческие встречи и концерты. И очень важно, что все это делалось с участием вас, дорогие горожане. Как и планировали, к Новому году мы открыли парк «Маяк». Уверен, что он станет одним из самых любимых мест отдыха для магаданцев и гостей города. Дорогие земляки, пусть новый 2020 год и светлый праздник Рождества принесут нам благополучие, мир и добро. Пусть эти семейные праздники наполнят ваши сердца теплом, подарят радость и создадут позитивный настрой на много дней вперед. От всей души желаю каждому дому счастья, благополучия, мира и согласия. Здоровья и любви, дорогие магаданцы!